Уважаемые друзья, завершился чемпионат России долгожданный 2020 года по вольной борьбе. Я думаю, что здесь, в Наро-Фоминске, он прошел на очень хорошем уровне. И мне остается пожалеть, что, скорее всего, этот город в ближайшие 10 лет такой мегатурнир не увидит. Тем не менее, здесь был и молодежный чемпионат России, который тоже прошел на хорошем уровне. Наверное, поэтому и было принято решение проводить здесь турнир. Мне остается пожелать, чтобы в следующий раз зал был больше, чтобы вот эта эпидемиологическая обстановка позволила болельщикам присутствовать и вживую смотреть соревнования. Что еще хотелось бы отметить? К сожалению, федеральные каналы не восприняли никаким образом вот наш чемпионат, который в интернете смотрели практически на всех континентах. И это не очень хорошо как и для телевидения, и для спортивного телевидения, так и для федерации. Интернет-трансляции были, и по ним видно, что интерес огромный. Вот меня удивляет отношение так называемых федеральных каналов. Что очень радует, что этот, пожалуй, на моей памяти один из немногих чемпионатов, который прошел без эксцессов. У нас не было никаких драк. И, честно говоря, это радует, что ребята держат себя, держат свои эмоции. Все-таки контактный вид спорта. Самое главное – болельщики. Болельщики вели себя достойно. Вот это тоже хорошо. Что касается по соревнованиям, по самим медалистам, вы все сами видели. Многие в интервью сказали, что очень здорово, что где-то происходит смена поколений, появляются новые молодые. И хорошо, что есть категории, где у нас серьезная скамейка запасных и хорошая конкуренция. Так что до встречи на чемпионате мира.